вообще. Ну, ну пошли, и вот, вот я, Антон, не фотограф. Вот в рот еще айфон засунул. Но я говорю, я все равно, я думал, что они гопать меня будут. Денис, налей, пожалуйста. Мы с Денисом ржали еще на другой ситуации, когда девушки ожидают, что мы хотим с ним познакомиться. Интервью! У Дениса даже была и ситуация, расскажи про эти девушки. Да, с Машей Чумаковой ходили на съемки. Идет очень такая девушка, интересная вот именно внешность. Такая подбегает, говорит, девушка, здравствуйте, можно, говорит, отвлечь вас на минутку? Она такая, да, конечно, такая. Я такой раз ей визитку, короче, она такая... Типа уже напряглась, я говорю, вот у нас есть проект, там смотрю, интерес пропадает. И тут Маша. Сзади Маша Чумакова, блядь, с котиком. Там такая прям, спасибо, короче.